Подписчикам и гостям Трям, я Джетли, и сегодня я буду учить вас вязать. Да, я научу вас вязать настоящими спицами, настоящей шерстью. Для того, чтобы начать вязать, вы должны сначала привыкнуть к спицам. Почувствуйте спицы. Попробуйте их на вкус. Поймите, что шерсть не представляет для вас никакой опасности. Немного перекурите. Поймите, что вы ничего не сможете, и ложитесь спать. Да шучу. Можете поиграть с кошкой. Немножко посидеть, посмотреть контактовские мемчики. Попереписываться с друзьями. Начинаем. Для того, чтобы начать вязать, мы берем, отматываем нитку подлиннее. И повторяем за мной. А теперь, как это должно выглядеть в жизни. Повторяем такой фокус несколько раз. Набираем несколько петель. Вынимаем одну спицу из этих петелек. Мне кажется, опять придется воспользоваться магией. Теперь зажимаем нитку между указательным и средним пальцем, так, чтобы она проходила над указательным пальцем. И делаем, как я показываю. Повторяем все это много-много раз. Я очень плохо объясняю, поэтому просто смотрите, как происходит этот процесс. Thank you.
Я на самом деле уже провязала второй ряд. И смотрите, если мы хотим, чтобы у нас было чуть меньше петель, чем нам нужно, да, то уже не важно даже, в какой момент вы это хотите, мы берем вместо одной петельки, да, провязываем, как обычно надо провязывать, мы берем две петельки. То есть вот так вот и провязываем. Получается у нас одна петелька, и тем самым мы сокращаем размер. Если же мы хотим, чтобы у нас было петелек побольше, мы берем вот так вот, как когда мы начинали вязать, и делаем все то же самое. Вот у нас получается одна петелька. Сделайте так несколько раз, и вот у вас уже будет несколько новых петелек. Я сделала здесь 11 новых петелек, потому что я так думаю, что мне не хватит на свитер, а я вяжу именно свитер. Также, что я хочу сказать, это то, что плотность вязки зависит от диаметра спиц и натяжения нити. То есть, если мы хотим плотную вязку, мы берем спицы потоньше и очень сильно натягиваем нашу ниточку. Если же мы хотим воздушную вязку, наоборот, то мы берем спицы потолще и натяжение делаем поменьше. Сейчас я покажу, как вязать в круг, то есть без переворачивания, без провязывания в обратную сторону и по большей части без шва. Это делается так. Вот у нас, хотя да, лучше еще проверить, какая длина у нашего свитера сейчас будет. То есть вот тут еще пару сантиметров. Я думаю, я накидаю еще пару петелек все-таки. Ну, предположим, что нам этого хватит. Как мы будем провязывать дальше? Освобождаем еще ниточки. Это наше бывшее начало, а это наш конец. Что мы делаем? Мы делаем следующее. Берем, подцепляем вот эту петельку. То есть петельку сначала. И провязываем. Так. И получается у нас петелька уже здесь. И продолжаем так вязать. И этот стиль вязки называется вязка без шва. Зато, манипулируя ниткой, или даже несколькими цветами нитки, мы можем на нем, ну, в принципе, как и при обычной вязке, связать какой-нибудь узорчик, картинку и т.д. и т.п. Ну, вот, собственно, и все, и вот так вот оно провязывается. И получается, что мы ни на минуту даже не перестаем вязать, чтобы поменять как-то положение наших спиц, наших рук, нашей нитки. И если вам было полезно это видео, ставьте лайк, оставляйте коммент, что вы хотели видеть в следующем видео. Я, кстати, наверное, по этой теме выложу следующее видео, как я буду переходить на рукава и на воротник потом. Либо я их вообще свяжу отдельно, рукава, и потом к нему привяжу крючком. Если вас что-то интересует, вы также можете написать это в коммент, я отвечу. И опять же, если вам было полезно это видео, то делайте репост, рассказывайте друзьям. Может быть, у вас кто-то тоже захочет научиться вязать и свяжет вам какую-нибудь вещь в благодарность. Все у нас хорошо.